И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все также на Генезисе. И сегодня, пожалуй, стоит начать строительство дома. Дома на воде. Мне писали в комментариях про постройки в зиме. Там координаты написали, там рядом бобры и все дела. Это клево, бобры это клево, и сейчас туда и пойдем, цементная паста нужна. Вот, но почему я не хочу строиться в зиме? Во-первых, я вот этот, то, что я задумал, я хочу уже давно построиться, то есть на воде я хочу очень давно построиться. Как только увидел эту платформу еще на концептах во время стрима, я уже такой, блин, все, это то, что я хочу. Это во-первых. А во-вторых, да блин, меня бесит эта зима, знаете чем? Вот это вот постоянно. Я просто включаю такой, блин, ты когда играешь, ты не замечаешь, ты просто включаешь запись такой, ёб твою ж за ногу, опять это аж меня перебивает порой. Уж не говоря о постоянных снежных этих лавинах. Так что да, не пойдем, а точнее не будем строиться в зиме. Я уже переместил, как видите, всех сюда. Здесь, если что, вот на этом острове, где у меня черепаха, место для телепортации, так что мне вообще повезло вдвойне, то есть они сразу-то поехнулись. Аргентавису я качаю урон, чтобы, если что, он летал, воевал, короче, такой весь красавый из себя. Здесь у него всякие шмотки и так далее. У оленя Рудольфа здесь ресурсы. Грибную, кстати, древесину добывается с подводных грибов. Сам не знал. Думаю, а что будет, если добуду? И, собственно, грибную это я и добыл. Здесь у гиганта Питека было... Это? Кстати, что там у тебя с броней? Что ты забыл? О, нормас броня. Еда, короче, у него была. Вот. Я перекинул всю еду. Всю еду, говорю, перекинул вот сюда. Вот, и да, вот эта куча волокна, это то, что он здесь стоял, он на острове лутал. В общем, лутает он просто ядрено, сильно, ну, в общем, как бронтачи, а может даже лучше, черт его знает, короче, как-то так. Также установил мод на, как же он называется, Eternal... Potion, что ли, он называется. В общем, как я понял, мод Eternal разбили на всякую такую фигню, и типа вот у него это Hot Potion. Если вкратце, Hot Potion хиляет на 50%, имеет КД 50%, это, короче, для черепахи 50 тысяч. Для чего я установил? Я задолбался ждать, когда отхиляется черепаха. Она же постоянно жрет, ворчит, кричит, потому что, типа, ну, жрет, вот вы сами сейчас слышали, типа, это громко. И как бы да. Седатив я удалю, так как здесь тайминг поучный есть. Ну, это, собственно, это с экстиншена. Кто в экстиншен играл, те знают, что за поты. Это снять для снятия торпора. Очень бы, кстати, помогло с аргентависом, если бы было бы раньше. А, у меня грибов не было все равно. Ну, кстати, грибы добываются тоже под землей с этих же самых грибных деревьев. Этот, хавка. Хавка не портится. Ну, в общем, то же самое, что я делаю с готовкой мяса, только здесь мажаберки и так далее. То есть, как бы, суть то же самое, поэтому я просто себе решил облегчить, чтобы не заморачиваться опять в создании и так далее. Ну, в общем, дополнительная опция, которая мне поможет. Кстати, я не знаю, себя она хиляет или нет, и за 25 цветов делается 10 штук, это, конечно, клево. Вот, также здесь есть Suicide Potion, ну это вы прекрасно знаете, то есть как бы его сострепал сдох, и вроде бы все, это вроде бы все поушены, кроме шприцов. Шприцы еще здесь есть, которые создаются из, собственно, вот этого-то, требуют 10 штук на создание, хиляет 75% от максимального хп, ну сами видите, да, уже, не знаю, поскольку стоит по 10 или что, здесь уже, что, стамина... No cooldown. Хиляет 100% от максимального хп, стамину восстанавливает, убирает торпор, короче. Ну, в общем, все, что вы видите, да, вот это, то есть убирает торпор, восстанавливает стамину, восстанавливает хавку на 100% и хиляет на 100%. То есть, короче, ты такой, пст,
И пошел, короче, ты как будто ничего не было, хотя до этого вот, секунду назад ты чуть ли не сдыхал. Вот. И что тут еще? Ты хп повышен? А нет. Повышен экшен. А, это вот это вот. Здесь просто типа 100 хп восстанавливают. То есть, ну, а вот это уже требует вот этих хп повышен. Ну, то есть, как бы, понятное дело, даже вот эти можно юзать спокойно и не париться. Сделано для того, чтобы, ну, меньше заморачиваться и ждать, когда кто восстановится. Так, что мне нужно? Мне нужна цементная паста. Да, чтобы состряпать платформу, которую я хочу сделать. Вот. Нужна цементная паста. Что для деревянной, а мы сделаем и деревянную, что для металлической. И потом сделаем металлическую. Вот, потому что 1500 металла пока что, ну, нету. Но цементная паста нужна туда и туда, и не только туда, поэтому сейчас мы пойдем за ней. Пойду на гигантопитеке. И сейчас, возможно, будет проблемка с телепортацией. Сейчас гляну координаты и погнали. Кстати, тоже отдельное спасибо Сергею Осокину за то, что он... Упс, игра свернулась. Немножко подразъяснил по лору. Тоже чутка непонятно, но уже стало немножечко понятнее, что когда где. Суть в том, что мы же сейчас находимся в симуляции, симуляция Genesis. Кстати, пойдемте в зимку. Опс. Пойдемте в зимку, и я сейчас общаемся по этому поводу. Так. У меня все свое ношу с собой. Так, арбалет, стрелы, все дела. Все хорошо, все отлично, погнали. Пока что придется телепортироваться вот так. Я боюсь, что я просто-напросто зацеплю. Зацеплю черепаху. Вот, и сейчас немножечко поговорим по лору. Может, что, как, где, мне тоже кто еще дополнительно пишет. Так, зимка. Ну, давай для начала навеску, потому что там я хотя бы знаю, что, когда, где. Так вот, Сергей Ацукин написал... Он часто пишет в комментариях. Вот. Суть в том, что корабль был на Земле, на Extinction. И Genesis, то есть вот мы вот находимся в Genesis, то есть сейчас мы в симуляции, а на Genesis 2 мы просыпаемся на корабле уже. И вот немножечко непонятно. Да, он пишет, что там была замута такая. Сначала сделали одно, потом сделали другое, переделали. Вот, но... Типа корабль был на Земле, то есть вот это все... Что происходит на Генезисе, происходит уже после Экстиншена. Я думал, Экстиншен и Генезис это, ну, что-то типа параллельного и все в таком духе. Типа, вот мы... Какого? 20-й. Вот, слышите? Вот это вот. Аж бесило, честно. Я запускаю на монтаже запись, и он такой, ёб твою ж, там... Пердит все. Так, мы идем в ту сторону. Координата 72 на 18. Так, легче карту запустить. 72. Это мы вот дойдем. А, ну по сути идем прямо. Калява! Я почти куда надо, даже тпхнулся. Вот. Пишет, что. Продолжаем про этот. Я сегодня туплю, сорян, неделя не удалась, если скажем так. Вкратце, вот здесь был мой домик. Как видите, его теперь нет, он на спине черепахи. Так, обвал, главное в него не попасть, ну хотя он урон не вносит практически, вообще пофигу. Корабль был на земле, когда арки шлепнулись, Хелена не стала к его отлету, а Оракул заполз на него вместе с выжившими, среди которых был и игрок. Вот это немножко непонятно, почему, потому что я лошара, я конечно, как, вроде бы я забыл вставить в запись первой серии, хотел вставить ставку, типа, когда Хелена дарит Хелна. То есть это вот дроида, который за спиной у меня сейчас летит, вот, и который нас телепортирует везде, то есть сопровождает. Она, когда давала Хелна, говорит, типа, туда, куда ты отправляешься, я не смогу тебе помочь.
У меня есть время. Мне, скажем так, мне нужно заниматься немножко другими делами, то есть помогать другим людям. На тебе, короче, клин не сошелся, смирись с этим. Свет клином не сошелся. Вот, это называется так вот. Вот. Смирись типа с этим. Ты идешь один, вот тебе помощник, короче. Считай, что тебе повезло. Что есть хотя бы он. Так, не, пойдем туда попробуем. И получается, вот в этом у меня и загвоздка, как бы, из-за чего я подумал, что это что-то типа как параллельно. И Роквелл как-то тоже переместился. Но вот он пишет, что это последовательно друг за другом идет. Ну окей, то есть как бы поэтому в этом плане и у меня и был такой затупок, то, что я думал, что так. Опять-таки же, возможно, да пошел ты, собака. Долбанный обвал. Лавина, какой обвал нафиг? Вот себе, тупой. Ну, поэтому у меня такой был затупок, что я думал, вот это так работает. Но нет. Это все немножечко по-другому лор идет. Возможно, в Генезисе втором просто при создании Генезиса втором изменили. Хотели сначала лор сделать один, а потом быстрее, короче, сделали. Изменили тупо лор прямо на ходу. Возможно, потому что, допустим, помню этого обсервера, или как там, хранитель, короче, этого на острове, его вообще не было. Как босса последнего. Я уже тогда в игру играл, когда ввели так пещеру, когда ввели вот это вот все. Так, 72 на 18. Это мне еще туда надо, ёшкин кот. Ну вот, поэтому как бы, ну, то, что разрабы могут ввести, как нефиг нафиг что-либо, это прям даже не удивительно. То есть, как говорится, переобуться на ходу они это умеют. На всякий случай. Вот. Они это умеют, могут и практикуют. Практикуют. Вот. Поэтому. Не, в целом, спасибо, конечно, за все вот эти вот разъяснения, помощи. Ты прям очень клёво помогает. Особенно если я сейчас найду. Так, погоди, туда. Туда? Мне ровно туда надо. Да, 72, да, и вот я сейчас бегу ровно туда. Вот, особенно вот за вот такие помощи, подсказки, что как где. Да, есть база знаний и так далее, но извините. Я сегодня посмотрел зеленые гемы, я понял, что мне нужны альпинистские кирки. Посмотрел, что зеленые гемы, где добываются, приплыл на координаты, а там просто они под водой. Ну и чё мне толку от этой базы? База знаний. Ну вот. Поэтому, ну. Когда так, то есть это не всегда помогает. А вот когда пишут в комментариях, это намного больше пользы. У меня вопрос. То есть. Да. Не было ли у тебя ощущения, что твое тело разделено на части? Это нормально. Твоя личность и твоя память хранятся в огромном банке памяти и соединяются с твоим физическим телом внутри симуляции Genesis. Ты становишься самим собой, только после такого соединения разума и тела. Ну ты меня понимаешь? Это чего-то достоит? Ну, как бы, невежливо перебивать. Да и в целом информация вполне. Вполне в тему. Потому что здесь уже на генезис, когда ввели генезис, уже появился перевод. И, собственно, начали вот с перевода Хелены и. Здесь, вот здесь уже, то есть после ввода генезис, перевод стал правильный и как-то сходится с текстом, который там написанный. Так, я не вижу кастроидесов. Построив зимки на озере, там есть плача. А, на озере, вот лошара, дочитывать нужно. На озере, вот. Озеро. Кстати, да, про. Также он написал, что из-за чего засрали землю. Это я тоже помню. Это я в заметках, собственно, вычитал. Ну как, вычитал. Сначала читал заметки, а потом такой. О! Так, подожди. Так, кастроидес. Почти. А, кастроидесов здесь сегодня вообще нету. Ладно, окей, поищем. Сначала вычитал в заметках, а потом такой, о, клево, есть канал, где заметки озвучивают, еще делают такую-никакую
поначалу иллюстрацию, а потом вообще они клево, короче, делают все вообще. Красавцы, я их всегда в конце видео у меня отображается их канал, потому что, ну, камон, они клевые. Блин, да камон, я что эту цементную пасту так и буду искать? Что-то у меня такое ощущение, что нужно было куда-то это, на другое место бежать, набить морду, набить хитина, короче, и было бы легче. Так, озеро. Пока что вижу только ущелье. Постройся на 72... Ну, камон, ладно, типа постройся и недалеко будет. Но недалеко это, чтобы бобры, типа, это... Недалеко это значит в зоне спавна. Зона спавна это буквально там чуть-чуть копейки. То есть... Я их должен видеть! Что-то прям вообще... Как-то не очень. Без полета! Это говно! Ааа, ёшкин кот. Надо, кстати, почитать, могу я вообще летать в целом? Или не могу? А то я так это... До сих пор не прочитал, вообще на этой карте летать-то можно или нет? И на чем можно летать, потому что без полета это чуть-чуть жопа. Блин, ну... Я зря пробежался. Я не нашел. Нет, топографический картинизм — это для меня норма. То есть реально я могу заблудиться. Исключение, когда я уже бегал в этих местах, и я такой: я здесь бегал, и просто по зрительной памяти я вспоминаю, куда нужно бежать. Ну, не тогда, когда вокруг все белое, и ты даже если захочешь, ты фиг что найдешь. Не знаю, я решил пойти налево. Дорожка вела направо, я решил пойти налево. Я хочу пойти налево, я хочу пойти налево. У-ху! Сейчас, короче, пойдем в болото. Ой, нифига, смотри, он разогнался. Офигеть. На гигантопитеке работает распрыжка. Да нафиг. У-ху! Распрыжка сработала. Он стал быстрее бежать. Ну, в смысле, лететь. Смотри, смотри! Блин! Она, конечно, сбивается иногда. Офигеть! Распрыжка работает еще и в арке! Ю-ху! Так. Здесь... Добрый вечер. А, твою мать, это не та кнопка! Да пошел ты! Да пошел ты! Оп, братан, спасай! Так, ходи. А теперь полицейский разворот. Пошли в задницу. Это не та кнопка. Это кнопка на... Да ты в смысле только кулаку? Вот, только вот это бьешь, да? Ну окей, тоже надо поделать. Надо было раньше. А вы еще... 150! Кто ж знал-то? Блин! Не, вот сейчас что-то было обидно. Не, просто прикал это. И... Уотер! Уотер, братан! Значит, где-то здесь болото! Где-то здесь вода! Так. Так! О! В ту сторону! Кайф! Иди сюда, кисюля! Класс! Хорошо, что я Уотера увидел! Супер! Ну, где выдр, там вода, это обязательно. А значит, что? Вы в снежном биоме? Ну, я знаю, что я в снежном биоме. Камон. А, во! Вот озеро! Вот Кастрейдес! 140-й! А чё ты такой клёвый? А чё я ж тебя захочу притомить теперь? Это чё, бля, фейерверки? Уии! 22 января! Фейерверки! Ну, кого-то может нюха. Можешь благодарить или винить выжившую номер 69-4-4-2-1 за этот люк. Она обожала городить постройки. Пожалуй, она была одержима, если честно. Каким-то образом ей удалось построить здание с коридором, в котором два поворота налево
приравнивались одному повороту направо. Да-да, повороты на 90 градусов. Нет, я не знаю, как такое возможно. Думаю, из-за этого и произошел сбой. Очень полезная информация. 135-я выдрочка. 135-я. Да хорош там, ну что там было, а? На Новый год слабее фейерверки запускали. В том районе, по крайней мере. Так. И... Да, вы как-то закончить уже. Все, закончили, отлично. Ну, ну, братан, стой, жди. Блин, я хочу выдру, особенно 135-е. Так, а тебе же нужно притащить тебе рыбку и дать тебе рыбку, да? Да стой ты, блин. Да? Да? А здесь рыб... О! Тоже плаваешь, красава! Так. А хаток я не вижу. Ну, то есть это там, где я проходил задание, это я помню. Чего мне казалось, что я их здесь видел? Под водой. Вообще не знаю, почему я думал, что под водой. Так, пиздюк мелкий. На тебе, гнида. Бесит они меня. Ой, ты даже не чухнул, да? Ой, ты дважды не чухнул. Ну, извини. Третий раз точно будет смерть. Ненавижу их. Ну, честно, ненавижу. Так. Проблема номер раз. Подожди-ка. А если я тебя кайруку подтащу, для тебя это будет нормой считать? Так, вот, 35-й. Нет, тебе рыбка, да, нужна? Ты не хочешь кайруку? Ну ладно. Не хочет он кайруку. А где тебе рыбку высру? Уёб, слышь. Не-не-не-не-не, вот их точно надо убить. Этих мутантов надо сразу убивать. Хорошая точка спавна. Блин, надо дубинку сделать. И органики добыть чутка. Еп. И еще разок. Отлично. И еще разочек. Охота удалась. Здорово. А Терезинка-то сдох. Плавал, плавал и сдох. Че он будет багаться дальше? Блин. Где здесь можно достать рыбу? А? Вот где здесь можно достать рыбу? Вот и я не знаю. И здесь ее нету. Тогда мне казалось, под водой здесь как-то больше всего всякого плавало. Или мне так казалось? Ну, теоретически я могу взять задание, и может рыба появиться. Практически я не хочу за это браться. Потому что у меня нету подходящих инструментов. Я не думаю, что они мне дадут инструменты для этого. Да, я еще и забыл, что все-таки нужно ждать этих на локалке, их нужно ждать, пока они там заспавнятся и все в таком духе, типа бобриные хаты. И в этом такая основная проблема, поэтому... Ну ладно, зато душевно пообщались. Блин, тупизм, такой тупизм. Так, ну ладно. Где ты там? Ну, почти угадал. Так, привет. Отлично. Телепортация. Погнали в болотный на Е. О! А здесь зелененький, прикольно, у них разница есть. Синенький, беленький, зелененький. О, Кстрадес, пойдешь со мной? Кстати, вот так вот очень наглядно видно, насколько большой радиус, и прям очень тяжело телепортироваться так, чтобы никого не зацепить. Так, погнали к болотникам. Урончик. Ой, шлем, я смотрю, ломается. Ой-ой-ой, ну это плохо, что шлем ломается.
Так. Братан, спасай. Я так и знал, что сейчас тут будет сразу же жопа. О, это хорошо, что Сарка меня спасло. Спасли. Я сейчас вас всех... Блядок, мать твою. Так. Все нормец? Все нормец. Надо было сразу отпахаться и не париться. Нет же, я пошел вот это вот. Да ёп! Прыгает вот там на них стрекозел. Так. Лично мяса много не бывает. Пригодится. Наверное, не факт, но все же. Так, ладно, погнали. Кстати, а здесь у нас есть костры Десы? Да, да, у меня есть типа это мод, где я могу найти. То есть это быстрее все это дело найти, что мне нужно. Но, ну, камон! А можно как-то их не так далеко откидывать? Бать. Ой-ю. Это ты. Ну, на данный момент я добыл больше цементной пасты, чем за предыдущие 20 минут видео, да? Классно. Супер просто. Так, что у нас здесь? Здесь еще есть. Вот самое главное, специально повернулся, чтобы они туда летели. Нет, он все равно за спину их кинул. Да, надо хищника томить. И вот 150-й саблезуб был бы вообще в тему. Ну, вы поняли. Как я до сих пор себя корю за то, что я его завалил. И ну, что поделаешь. Ладно, фиг с этим всем, погнали! Так, я здесь не понял, здесь что, только одни мошки, что ли? Ну, мошки мне точно не нужны. Идите в жопу. А это что? О, грибная древесинка, ядришь ты, ты серьезно? Давай, погнали, соберем. Все равно здесь по пути. Солома лишним не бывает. Пригодится. 4. Нет, карна. 3 раптора. Оба! Ох ты ж гадюныш. Со спины залетал. Блин, я здесь вижу только одних насекомых. Это явно не то место, где мне нужно. Что мне? Где? Что? Блин, короче, ну вы поняли. Это явно не то место, которое мне нужно. Во, это правильнее. Никакого фига. Так. О! Это чисто наркобарики? Офигеть. Так, ну здесь что-то фигня копейки. А так ты собираешь намного больше, да? О, да. О, растение Икс! Офигеть! Я уже не зря сюда приперся. Офиг, чисто наркобарики. Я не знаю, зачем мне их в таком количестве, учитывая, что у меня есть большая черепаха. Ну ладно. Надо было... О, кстати, надо будет проверить, а если я черепаху телепортирую, все диносы, которые на ней сидят, они тоже будут ко мне телепортироваться или нет? Вот мне вот это прям интересно сейчас стало. Слушай, ну это говно место. Давай посмотрим все-таки на костры Десов. Так, мне это не нужно, это уже не нужно. Костры Дес... Да, не только в зимке, только в одном месте. Что? Окей. Допустим. Я понял. Ну, хотя бы я теперь знаю, что все-таки в болотах их точно нет. Хотя, знаешь, более логично, чтобы они были в болотах, а не в зиме. Ну, как по мне. Давай поищем скорпиона, где они у нас находятся. Где? Все. Что? Так, окей, хотя бы скоровей есть. Уже живем. И дистанция. Ну погнали! Чё, тоже хитин? Какая разница какой? Измазанный в говне или не измазанный? Ну так-то. Не подходи! Зашибу! Слышь?
Я че сказал? Не подходи, зашибу. Это вот... Че за люди вот это вот? Ой, ну, в смысле, ну вы поняли, короче. Животные. О, братва. Ну нафиг. Ууа! Карно, не согрелся, отлично. Что-то я так подумал, давай сделаем поярче, мало ли. Что-то так-то темновато. Хотя так тоже как-то по-конченному. О, скоробуша. Лягушка! Лягушка! Здесь столько насекомых! Лягуху нужно томить! Здесь до усрачи насекомых! Мне нужно томить жабу! Жабу я буду добывать цементную пасту! Да ну нафиг! Я... чертов киней! Я это делал в первом сезоне, теперь буду томить и здесь. Жабка, жопка, жопка, жабка, жабка, жопка. 140-й. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Косю. О, жрите нафиг. И если что, это легкая локация для старта, по мнению разработчиков. Когда вам каждый ублюдок пытается откусить вашу задницу. М-да. Так. 150-й. Угу. 150-й. Угу. 150-й. 100. А чё, поближе никак, да? Ёпт! А, вот. 145-й. Ну, серьезно. 150-й. Вот говно. Так. Уже очень близко. Кстати, могу добыть. Не, не могу. Уже очень близко. Прямо осталось копейки добежать. Сгонял до дома. Сделал седло жабки. Сделал дротики. Я забыл, что они у меня закончились. Вот. И все хорошо. Все хорошо. Сейчас будем томить жабку. Не сейчас. Не сейчас. Так, здесь нужно быть аккуратнее, по идее. Простите. Металл делал штуку хорошую. И прикинь. Вот честно, не знал. Я просто сижу на гигантопитеке и добываю металл. Я по рефлексу просто достал кирку, а по факту сейчас просто добываю металл, сидя на нем. И это прикольно. Это, черт побери, прикольно. А самое главное, безопасно. Погоди. А самое главное, безопасно. Золотой... Да, точно, это грибы. Если нужны грибы, вы знаете, где их достать. Легально. Повторяю, легально. Вот. Блин, прикольно. Прикольно, можно добыть металл, сидя на нем. Ну, в целом, добывать ресурсы, сидя на нем. Это клево. Это очень клево. Кстати, а что, если я вот так вот буду? А, ну это как бы то же самое. Ну, окей. Металла-то сколько, ё-кристалл! О, простите. Это были практически самые полезные 5 минут, которые я здесь провел. В сегодняшней, так скажем, серии. Вот. Но я ни о чем не сожалею. Я ни о чем не сожалею. Блин, наркобарики все-таки пускай лежат. Древесина тоже, ну а что получается? А что? А камень, значит, летит нафиг. Ты посмотри, сколько, мать его, металла. Хоть о чем-то моя голова сейчас перестанет думать. Оп, а что здесь у нас? Здесь ничего интересного. А, камешек. Отлично, погнали. Жабка, 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 это здорово. Так, это кабанчик. Угу. Кабанчик, это плохо. Кабанчику надо по жопке надавать. Отлично. Опять металл-то, ты серьезно? Что? А можно вопрос, это что такое?
Это что за такое явление красивое? Ёп! Да-да-ёп! Шинафиг! Рой насекомых? Так, окей, я к вам вернусь, когда у меня будет жабка. Угу. Металл надо быть. Так, добыли металл. Что там внутри? Ничего. Отлично. Все, теперь точно погнали добывать, о, точнее, томить жабку. Сейчас только вот завалим одну наглую змейку. И... Отлично. Так. Теперь, жабка, я не помню, можно ли тебя поймать в болос. Теоретически, можно. Практически, тоже можно. Отлично. Ого! А зачем столько дротиков делал? Ну, окей. А сколько тебе нужно места? 3 места. Ну, отлично, 3 места. Держи все. И таймит получен. Эу, еда в минус. Ей! Вот это то, что мне нужно. Да. Так. Вырубаем нейтралочку. Я даже лучше пассивочку. Ставим седлышко. Ну и давай пробовать ла... Опять металл. А ёшкин кот. Так, а что у тебя по характеристикам? Давай глянем. Ну, ты, конечно, да. Ты, конечно, вообще никак и никуда. Ну, допустим. Да, это все-таки топовая лягуха, да, топовая. Топовая, прям вообще огонь. Так. Это я так ловлю. Это так, это. Это ничего. Это тоже ничего. А могу я как-то вас поймать? Так, погоди, кто убрать. Давай поднимемся повыше. Могу я как-то вот с этим роем пчел что-то сделать такое хорошее, что у меня после этого появится этот... Куча цементной пасты. Так, это вот надо захавать, короче. Блин, я вспомнил, что лягухи, они ж говно по дамагу. Они прям говно по дамагу они. Так... Блин, надо найти как-то пересечение, где они летают. Раз я одну забабахал, значит, я могу и остальных забабахать тоже. Ну, в смысле, одну я случайно чем-то киркой по ней жахнул. Да бляха! Нет, я не могу с ним ничего сделать. Только жабку нашел застрявшую, и все. Я не могу по ним попасть. Я тоже сколько стою пытаюсь, короче, бесполезно. То есть вот, язык прям в них летит. А им, короче, пофигу, то есть они на это иммунитетны. Мы пошли нафиг, ща, короче, пойдем искать нормальных насекомых, а не вот вас. Непонятно чего. О, вообще, короче. Я, блядь, с тем роем мучаюсь. А здесь другой рой есть. Ну-ка, иди отсюда нафиг. Так, быстро мне. Хоп, цементная паста 20 штук. Ах, ты серьезно, да? Двадцать штук цементной пасты, да? А, они просто появляются в определенных местах, и ты типа, короче, ясно. Допустим, вот так вот. Ну-ка, сюда. Так, вот этих тварей бы завалить нафиг. Что им нафиг? Блядки. Мелкие. Ха! Задоджил нафиг твой удар. Поняла. А это мой коронный удар языком. Нытье, нытье. Собака. Так. Ага, в воздухе я не могу бить. Ну, короче, в жопу этих рой. Погнали искать нормальных насекомых. Меганер, вот это вот и все, короче. Потому что когда они нужны, их нету. А когда они не нужны, они на каждом шагу, короче, тусуются. Это логично.
Фиомка. Thanks. Про гиганта Питека я не забыл. Там безопасно. Панжер опасный. Так что ему нормасно. Ой-ой-ой-ой-ой. Не вижу ни одной мелкой сущности. Нашел, короче, одну сущность. Может, увидели, я успел ее завалить. Но суть в том, что здесь и Барионикс, короче, и Диадонг за мной прибежал. Но одну сущность я все-таки нашел. И, кстати, реально одна-одна, там, да, он что там, 22 цементной пасты. А, да, вот у меня 40. А те весь рой дали мне, короче. Да, короче, тот рой, как одна, этот, как одно насекомое считается. Ну вот это не жопа ли? Не жопа ли вот это? Потому что ты просто смотри, халабыси, вот ты на цементной пасте, а тот за целый рой тебе дают только 20. Добрый вечер. Зачем я опять напал? Уйди, иди, иди, Ваня, шапыня, щелегуха сдохнет. Давай, 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 давай. Забирайся, забирайся, забирайся. Я не знаю, так быстрее или нет, но... Пошел ты! Отлично, все-таки она падает и ударяется. И бежим, бежим. Жим! Жим! Мало хп! Лоу хп! Горцуй! Сейчас сдохнет нафиг! Пошел ты, ублюдок! В жопу себе! Укуси! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ой! Короче, есть два варианта. Либо ты сейчас сдохнешь, либо ты начнешь прыгать. Так, ладно, я понял. Бежим! Авось на меня сагрится, козел! Эй, ублюдок! Я говорю, на меня сагришься! Варпидок, ублюдок, мать твою! Пошел ты! Я так и знал, что так оно и будет! Ну это прям вообще! Это... Не, ну тут, короче, без вариантов. Серьезно? Это что там такое сейчас мне в ухе делало? Ой, пошел. Вот. А, это вы делали? Да пошли вы. Мазафака. О, в смысле ты по нему не попал? Такс, братан, спасай. На тебе, ублюдок, мать твою. Я тебе сейчас жопу-то распинаю, гнида. Надо было раньше его вызвать. До того, как сдохла лягушка. Мать. Пошел. Так. Ну, демо-версия лягушки показала, что цементную пасту добывать можно. Поэтому что? Правильно. Пойдем томить другую. И что мы имеем? Мы имеем белую шапку. И немного опыта с хилками. А не тупилось. Ну, тут тупизм, скажем так. Ты пыхнулся специально... как я понял, походу, сделала здесь срабатывает такая фигня. Типа, там, где ты появляешься, да, то есть, убрать. Там, где ты появляешься по телепорту, вот там дофига вот этих вот жуков. А там, где ты не появляешься, их просто-напросто нету. Я реально сейчас в другую сторону побежал. Пока бежал, я этих жуков увидел столько, что капзда. Там, где томил, не было ни одного жука. Да, я, конечно, металл тоже там подобывал. Сейчас могу менее агрессивно относиться к металлу. Типа, о, металл, и бросил все дела. Вот, уже даже поставил пережариваться. Но очень даже хорошо. Ну вот, собственно, вот про что я говорю. Видали? И все, вот они уже... Они. Ну вы поняли. Они уже здесь. Вот такая вот фигня. Прикольно. Прикольно, конечно. Но, блин. Жабку потерял зазря. Если бы я знал бы сразу же, то, во-первых, я бы за собой гиганта Питека прицепил. Вот. А во-вторых,
Фига как металл здесь, кайф. Вот, а во-вторых, я бы телепортировался бы сразу же на место. То есть на место телепортации. И уже бы там немножечко подобывал насекомых. Но зато у меня теперь есть белая жабка. Белая жабка! Не знаю, какие-то трупы тут разобрал. А, так это ж я тут бегал. Ешкин кот. Не думал, что я их встречу. Вот такие вот дела. Ну, в целом прикольно. В целом прикольно. На жабке бегать и лутать насекомых, это, конечно, прикольно. Но они бы еще попадались. О, хотя бы вот так вот. Подходишь так вот. Ловись, и вот у тебя 64 цементной пасты. Это лучше, чем бобров разграблять. Тем более, они там ничего не снесли. Ну, в смысле, не построили. Так что да. Разграблять нечего, будем убивать. Ха-ха-ха. Главное еще бы вот не нарываться на всяких козлов. Типа Барионикса, Капразуха и все в таком духе. Пошел ты. Тот, кто меня ударил. Ага, это был Капрацух. Хорошо, что он меня не скинул с седла. Тоже повезло. Но в целом прикольно. В целом прикольно. Да уж, ну с цементной пастой я, конечно, тут сходил по-тупому. Надо было сразу же... Я не помнил про жабку. Вот честно, я не помнил про жабку. Скорпионов здесь вообще нету. Я прям удивился. Ну вот. Но типа, камон. Хотя вот в таких местах очень много металла. Как я понял, скапливается. Да, это, возможно, то место, где я и был. Вот, то в целом металла в болоте дофига. Я рад, что я по нему прошелся. Я добыл кучу металлов. Кристаллов тоже немало. На первое время мне точно пригодится. Летунчики мне, по ходу дела, не нужны будут. Все-таки нужно будет более точно посмотреть. Все-таки не забыть, надеюсь. Я все равно забуду. А если напишите в комментариях, то это будет клево. Можно ли летать на это? На генезисе в целом можно летать или нельзя на этой карте? Вот это будет очень полезная информация. Пошел ты, ублюдок, мать твою, я вообще вас хотел убить. Да в смысле второй, чё, офигел что ли? Вот офигевшая троя. Да вы-то куда сваливаете, собаки долбанные? Ёшкин кот. Гонишься за ними, гонишься, они еще сдресневают от тебя. То выпендриваются, первые нападают, то такие, ой, не-не-не, все. Да вот сейчас серьезно, там спряталась. Ой, да пошла ты, короче, нафиг, я и через него завалю тебя. Сотый левел, ёшкин кот. Блин. Нет, там просто чисто, короче, месть была. Нефиг прятать насекомых под своей жопой жирной. Отлично. Нафиг все. А! Бесит. Тормози. Отличненько. Исправляя этот глюк, я подсмотрела одну из версий истории симуляции Genesis. Когда создатели симуляции завершали свою работу, мир уже рушился. Эта симуляция не была единственной крупной на тот момент, но однозначно самой изощренной. Интересно, что произошло с остальными симуляциями? Их удалили? Если да, то как и когда? Слушай, а вот это неплохое окончание серии, учитывая, что закончилось оно тем, с чего началось. Здесь говорят о том, что симуляция, когда создавалась симуляция, мир уже разрушался. Но разрушался он, когда еще арки не взлетели, или когда уже арки приземлились, но землю уже было не спасти. Луны не лет, соответственно, циклов разных, которые благодаря Луне у нас существуют, тоже нет, и все в таком духе. Интересно. Да уж. Вопросы на вопросах. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, конечно, делиться моими видео с моими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.